Всем привет! Сегодня у нас 17 марта. Температура у нас плюс 11, плюс 13 градусов, несмотря на то, что первые дни весны. И сегодня я хочу полетать на квадрике. Ветреная погода, ну мы попробуем. Место полетов. Приехали на место полетов. Ветер не ощущается, может быть, слабый ветер. Вот здесь я буду испытывать свой квадрик. Ну, мемориал, короче. Непонятно, что это за место. Мемориал, короче говоря. Страшно не из-за того, что он может кого-то поранить, а потому что он может улететь. Мне жалко деньги. Вот эти. Поэтому страшно. И все. А так. Будем пробовать.
the ghost you left without a soul. I'm just skin and bones, a shadow of someone I'm sure I used to know. Первый полет оказался не таким уж и страшным, как я предполагал. Сказать первое впечатление — это кружится голова, потому что непривычно. Все-таки в симуляторе ты не в очках, а в симуляторе ты смотришь на монитор. Если бы монитор был так же, как у меня в шлеме, то, может быть, тоже кружилась голова. Но, в общем, нужно привыкать. К управлению тоже нужно привыкать, потому что некоторая задержка все-таки есть. Хоть она и быстрая. Попробовал бэкфлип там на вот эти вот мертвую петлю, как называется. Флип, роллы вот эти всякие. Просто почувствовать массу квадрика и отклик на газ. Газ примерно на 40% я держал. И ему хватает, чтобы держаться в воздухе с аккумулятором и взлетать. Второй полет, я думаю, где-нибудь будет в другом месте. Будем пробовать облетать деревья. Ну и, наверное, будем крашиться. До новых видео, пока! I'm fighting my feelings while living without